Друзья, доброе утро. Сегодня мы в Декатлон едем, так что я вам покажу. Да мне самому интересно, или отличается Декатлон от немецкого, да? По ценам и вообще по самим вещам, что они продают. Нам нужна маска, так что... маска мы хотим купить. Ну, маску нам тоже здесь, в магазине. Ну, как всегда, на входе палатки рекламируют. Зайдем в магазинчик. Надеюсь, разрешат снимать, нет? Вот. О, большой. О, Наталья уже нашла маски. Как раз размеры вон и. О, ништяк, 189 кунов. Это что выходит? 25 евро, нормальная цена. Давай, берем. А другого цвета нету? Нет, да, оранжевый. Надо взять, пока не сесть. У нас в Германии не было. Все были распроданы. Ну, блин, это лучше, чем на променады купить. Ну, ништяк. Что, другой цвет есть? Это уже взрослые, да? Да. Они уже стоят 219 кунов. Это где-то примерно 30-ка. Все делить надо на 7 кунов и 30 липов. Такой курс у нас пока есть. Ну, в принципе, так... давай пройдемся, посмотрим, что у них есть. Вот такие... Большое. Но они все распроданы. Вот. Все пусто. Ну, ясное дело, потому что все, что для бассейна, все, мне вот трусов хватает. Да, ну, в принципе, можно было эти вещи, вот эту маску купить и на променады, но я хочу купить нормальную, потому что в основном мы всегда и в Германии закупаемся только в этом, в Декатлоне, там спортивные, там, скажем, кроссовки. Не, кроссовки я покупаю Asics, собрал. Вот. Блин, какая-то муза здесь не очень. Но я удивлен, большой магазин. О, моя болезнь, палатки. Ну, смотри, такие же матрасы, как и у нас в Германии продаются. Вот с этой херней хорошо придумали, чтобы сам матрас накачивался. Но когда вот два матраса рядом ложить, потом проблема. Вот у меня вот такой нижний, я взял сейчас новый. Сверху, который лежит, это уже старое. Ну, блин, что я уже в своем этом. Хотел вам показать Декатлон, но уже начинаю рекламу делать кемпинга. Наталья уже нашла полотенце. Вот. Вот тут даже есть для альпинистов. Я не знаю, если что, если цены сильно вас интересуют, ставьте на паузу, может быть, что-то увидите. Я даже просто пробегуся. В принципе, нормальные цены. Лучше, чем на променаде, да? Вот. Такие же, можно сказать, как и в Германии. Я рассчитывал где-то маску где-то между 20 и 30 евро. Ну, так и выходит. Детская стоит... Сейчас мне выйдет 20 с чем-то, а взрослая стоит 30 евро. Зато возьмешь и качественно. Потому что если вот дешевые берешь на променаде, потом вот эти вот резинки, которые здесь вот вокруг идут, они потом после соленой воды просто-напросто крошатся. И все, жопа. Вот Андрюшка будет нырять. Вообще классные маски придумали. Советую. Так, футболистов тоже не забыли. Ну, в принципе, все так же, как у нас, только чуть поменьше, да? У нас в городе Бремерхафен очень большой, да? Там можно весь день. Если с Андрюхой еду, то все, катастрофа. Вот, мечи такие же у нас. Так, здесь что, рыбалка. Кстати, мне сейчас тоже коллега по работе писал, собирается в Хорватию, спрашивал, или можно рыбачить. Да, можно рыбачить. У нас вроде бы, я там что-то когда деньги менял, видал, что 65 кунов в день можно, можно взять на неделю. Так, рыбаки, вот цены на удочки, да. Я не знаю, это дорого, недорого, я не рыбак. Вот, всякие принадлежности. Сапоги. Ну, скажем, вот ботинки для походов, да, в горах я покупаю в других магазинах. Мне почему-то вот качество от Декатлона не нравится, да. У меня есть своя марка, которую я вот влюбился, можно сказать, по качеству. Вот.
Ну, это уже для охотников. Блин, ребята, шел кабана, сейчас вижу. Шел утром с моря, когда я купался, блин. Что это было? Где-то 5:30-6 часов, не буду врать. И наткнулся на кабанов, блин. Блин, так я потихоньку заднюю включил, потому что с ними были маленькие поросята, а это не очень хорошо. Ну вот, моя любимая марка для бега, кроссовки, Asics. Чего они хотят? 429 кунов. Ну-ка, быстро разделите на 7. Что это получается? Почти 70 евро, да, где-то 60 чем-то. Вот. Ну, они что-то... Ну, это может быть их, вот, адидасы. Адидасы у них стоят 469 кунов. Доставайте калькулятор и давайте, считайте. Вот. Ну, тут уже детская обувь пошла. Вот, кроссовки 229. 269. В принципе, вот эти вот закупки на променаде даже не нужно, да. Я хочу там одну футболочку взять, там одну-две, ну там, чтобы такие, знаете, что в магазине не купишь. А в основном, если рядышком большой город, просто-напросто приезжаете, и можно купить такие же качественные вещи, как в Германии. Потому что вы сами знаете, после отпуска эти вещи, которые куплены были на променаде, они просто-напросто потом выкидываются. Вот. Но это мой опыт, да? Ладно, друзья, будем закругляться. Сейчас я еще велосипедики покажу вам. Вот детские. 900 кунов, 1000 кунов, 1300 кунов, 399, да. Все, я это на кассу, но у меня Наталья машет. У нас мы хотя и в отпуске много времени, не так уж много времени, чтобы бегать по магазину. У нас сейчас еще один терминчик. Так что вот, немножко магазин Декатлон из Хорватии. И можно сказать... О, блин, сейчас Наталья не видно, я быстро хочу сам. Мне интересно посмотреть, сколько стоят в них эти вот роллеры, потому что... Вот Андрейки я такой брал, 429 кунов. Это что у нас выходит? Ну, нормальная цена, ребята, нормальная цена, у нас так же примерно стоит. Так что разницы нету. Круто, круто. Так, окуляры. Кто забыл, может здесь тоже приобрести. Не берите очки на променады, у них нету солнца, как они просто очки. Надо было, чтобы была эта солнцезащита, да, чтобы защищали от инфолучей, или как это будет по-русски. Так, кстати, что я заметил, одна вещь здесь есть, так как мы в отпуске, блин, у меня уже можно содрать, мне кажется, вот таких вот, где они, блин, пробежал, что ли, дальше было, я заблудился, что ли, где это, мы сейчас брали, а, вот они, такие тряпки для пляжа, как они называются по-русски, блин, а скажите мне, ну, чтобы стелить, лежать на них, да, стеллажи или что. Вот таких у нас нету, мы вот сейчас взяли одно 89 кунов, нормалек для пляжа. Гамашики, приценяйтесь, приценяйтесь, кроссовочки. Продавец. Так, Наталья уже заплатила, нет? А, уже стоит, машет. Ладно, все, прощаемся. Ставьте лайки, пишите в комментариях, или вы ездите в Хорватии тоже по магазинам, или все-таки любите закопаться на променады, как говорится, торговаться. Здесь-то торговаться у меня не получится. Так, вот такая фрисби мы покупали тоже с собой, она эластичная, хорошо, даже если в воде в кого-то попадешь, не так уж и больно. Стоит 39 кунов. Это что у нас выходит? На 7, где-то 5 евро. Ну, нормалек. У нас мы брали тоже где-то за 4 или 5 евро. Ладно, все. Я вам сказал, пишите комментарии, мы на кассу заплатим. И все. Вот еще масочки. Ну-ка, о, есть и другой цвет для Андрейки.
Но он, конечно, стоит на 30 кунов больше, это где-то 3 евро. Я, наверное, сейчас лучше такой возьму, разноцветный, пацаны, чем оранжевый. Классно. Ладно, ребята, давайте, пока.